Рецепт цветной капусты во фритюре с апельсиновым соусом. Это блюдо способно изменить мнение тех, кто относится прохладно к цветной капусте, потому что получается очень вкусно. Ниже я расскажу подробнее, как приготовить цветную капусту в апельсиновом соусе. Если хотите более равномерного покрытия цветной капусты, то можно взять панированные сухари панко. Свежевыжатый апельсиновый сок можно заменить на обычный, чтобы сократить время готовки. Нежная цветная капуста, хрустящая корочка из сухариков и яркий апельсиновый соус – сочетание невероятное, обязательно попробуйте. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Подготовьте все ингредиенты. Смешайте кокосовое масло, дижонскую горчицу и мисо-пасту, добавьте щепотку соли и чесночного порошка. Капусту разделите на соцветия, смажьте ее получившимся соусом, запекайте капусту 10 минут при температуре 180 градусов. Для кляра смешайте молоко, муку, кукурузный крахмал, соль и чесночный порошок. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Окуните цветную капусту в кляр, затем в панированные сухари. Обжарьте во фритюре до хрустящей корочки, затем выложите на бумажные полотенца, чтобы впиталось лишнее масло. Для апельсинового соуса выжмите из апельсинов сок, должен получиться 1 стакан, затем смешайте апельсиновый сок, соевый соус, острый чили соус, кукурузный крахмал, измельченный чеснок и имбирь, прогрейте соус в ковшике на среднем огне, пока он не загустеет. Полейте цветную капусту получившимся соусом. Приятного аппетита! Вкусняшки, подписавшимся. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Цветная капуста, 500 грамм. Кокосовое масло, 1 столовая ложка, рафинированное, растопленное. Горчица, 1 чайная ложка. Чесночный порошок, по вкусу. Соль, по вкусу. Апельсины, 3-4 штук. Соевый соус, 2-3 столовые ложек. Острый соус чили, 1/2 чайных ложки. Чеснок, 1 зубчик. Корень имбиря, 5 грамм. Крахмал кукурузный, 130 грамм, 100 грамм, для кляра, 30 грамм, для апельсинового соуса. Молоко, 1 стакан. Мюка, 140 грамм. Панировочные сухари, по вкусу. Мисо-паста, 1 чайная ложка. Количество порций, 3-4. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Всем добра, заходите еще.